Алло. Алло, добрый день. Добрый. Алексей Геннадьевич? Да. Это вас беспокоит корпоративное отделение Приватбанка. Меня зовут Виталий, я по корпоративным счетам. Угу. Алексей Геннадьевич, на вашу карту Приватбанка, карту 2567, поступило зачисление в размере 750 гривен. Угу. Ожидаете данный перевод по вашей карте? Да, ожидаю. А почему вы спрашиваете? Значит, смотрите, Алексей Геннадьевич, данный перевод по вашей карте в автоматическом режиме не проходит, так как вы при получении карты всегда в статусе указывали, как лицо физическое. Данный перевод вам поступил от юридического лица. И чтобы вам получить ваш перевод, вам его необходимо получить самостоятельно в терминале Приватбанка через другой центр денежных переводов. Какой центр? Сейчас, подождите, плохо, немножко плохо слышно. Еще раз, то есть я должен подойти к любому терминалу, и что дальше? Да, вставить вашу карту через услугу центр денежных переводов. Блин, через какой центр? Я не знаю, сейчас центр денежных переводов. В терминале Приватбанка, да, и самостоятельно заказать ваш перевод на карту. Либо, если вам будет удобнее, то вы можете оставаться на протяжении 5 минут с нами на линии, и мы зачислим ваш перевод в автоматическом режиме на вашу карту. Как вам будет удобнее? Ну, давайте я останусь на линии, наверное, так будет удобнее. Хорошо, смотрите, я вам сейчас посылаю смс-уведомление с одноразовым паролем на общую переидентификацию данного платежа. А смотрите. А зачем? Если вы автоматически перечислите, зачем мне эти пароли, я не пойму. Что? Вы говорите, что если я останусь на линии, то вы как-то сделаете это автоматически. Зачем мне тогда какой-то одноразовый пароль? На общую переидентификацию данного платежа. А, ну и как я понимаю, как я буду его использовать? Данный пароль на вашей системе, у вас будет общая переидентификация данного платежа, значит, вам придется место замены. В какую систему я буду входить? Вы сказали, вы сделаете все за меня, в какую систему я буду входить? Ну, извините, что я так нервничаю, но просто я ничего не понимаю. Международная система ЛикПэй, вычисление средств юридических лиц. Система ЛикПэй? Система ЛикПэй. Она к мобильному телефону привязана, да? Что-то? Она к мобильному телефону привязана, это ЛикПэй. Это международная платежная система. ЛикПэй международная, это же ваша приватная. Что-то? Капец, конечно. Ладно, блин, давайте меньше слов, больше дела, перечислять. Посмотрите, смс-уведомление вам поступило? Сейчас гляну. Сколько вас собираете? Нет, пока ничего не поступило. СМС-ок нет. Мобильный приват 24, вы пользуетесь? Да, пользуюсь. Возможно, вам СМС поступило на приват 24, либо на Viber. На Viber? Ну давайте на Viber. Посмотрите, пожалуйста, СМС-уведомление вас поступило на Viber и мобильная версия. Сейчас я посмотрю. Я думаю, да. Ну, потому что они не могли знать, что они знали. Алло, Алексей Геннадьевич, связь с вами прерывается, поступила да. На следом линии? Пока нет, давайте, если такие сложности, я попытаюсь сам, если нет, тогда я буду поддержку. Алексей Геннадьевич, я вас прекрасно понимаю, но смотрите, так как вы указали, что вы будете получать ваш перевод в автоматическом режиме, у вас уже идентификация данного платежа, но в вашей сумме. Ваш платеж остается в системе, поэтому, Алексей Геннадьевич, я блокирую данный перевод, тогда ваша карта так как предоставителя, и данный перевод также будет заблокирован и передан в службу безопасности банка. Данный перевод будет возвращен отправителю, счет отправителя также будет временно приостановлен. У вас есть еще какие-либо другие к нам вопросы? Алло. Алексей Геннадьевич, да. А что мне там сейчас из банка звонят? Я вас пытался тоже набрать, потому что мне тоже звонят из банка и говорят, что они платеж передали в службу безопасности. Он заблокирован, потому что вы юридическое лицо, а я частное, и такие платежи не проходят. Ну, я не знаю, это я не банковский сотрудник, поэтому вот пусть ваша бухгалтерия разбирается. Деньги в банке висят, их просто нужно. Я ничего об этом не знаю, значит, у меня денег нет. Я вам перезвонил специалиста, я консультирую, как это можно сделать. Хорошо, консультируйте, как это сделать. Вы начинаете делать операцию на зачисление средств и не доделываете, бросаете, как это понятно. Алло.
Я здесь ни при чем. Ко мне звонит какой-то человек, говорит, что должен прийти какой-то код. Код не приходит. Ну и банка, из банка. Корпоративное отделение Приватбанка звонит, и специалист делает зачисление. Да, да. Где зачисление? Где мои деньги? Я не вижу. Деньги в сети, мне банка. Ну в сети, мне не интересны деньги в сети. Мне интересны деньги у меня в руках. Что? Что? Деньги у меня в руках мне интересны. Вот что. Все, не звоните мне больше.